Лауреаты международного конкурса артистов цирка «Звезда Востока». Но это не про наших девочек. Всем привет, дорогие наши любимые зрители. Всем огромнейший привет. Все, кто любит этих девчонок и заходит. А начал я сегодня именно так, потому что сегодня у нашей я не могу подобрать здесь никакого слова, кроме как сестры. У нашей Людочки, у нашей Людмилы сегодня день рождения. И вот это звание, если вы забьете в интернет Людмила и Юрий Грошевы, то обязательно вам выпадет куча информации. И первое из которых это будет именно такое. Да-да-да, лауреаты международного конкурса артистов цирка «Звезда Востока» Людмила и Юрий Грошевы. А также будет куча другой информации, которая будет самые запоминающие выступления, самые экзотичные животные. Ну, забейте, посмотрите, вы не пожалеете. Вы не пожалеете того, что вы увидите. Вы не пожалеете, когда вы увидите их выступление. Людочка, мы старались как-то сделать это поздравление интересней. Видишь, даже обруч, вот, который у нас уже все там как-то прохудился, даже взяли, думали, сейчас тебе покажем, что мы достигли, как мы достигли. Никуся, а ну давай покажи. Вот, мы пока научились прятаться, а с девчонкой мы научились, вот, ну, в общем. Нам, конечно, до вас расти, нам до вас не достичь вашей звездности однозначно, в ваших успехах, которые вы умеете. Ну, что-то у нас тоже получается. Видишь, такие рожицы интересные. Людочка, с днем рождения тебя. С днем рождения мы поздравляем. И я благодарен судьбе. Не я. Говоря я сейчас подразумеваю всю нашу большую семью. Начиная от папы Валеры и заканчивая там всеми, кто у нас в семье есть. Мы благодарны судьбе, что получилось так, что когда-то, вот эта маленькая, когда она еще была маленькой девчонкой, попалась тебе на глаза, и ты отозвалась. Но благодарны тому, что у тебя такое прекрасное, чуткое сердце, что ты не смогла пройти мимо и написала нам. Это вот такую ты ее полюбила? Вот я бы точно не полюбил. Да, и благодаря вот этой девчонке, которая сейчас кричала, ты просто нам написала, и мы познакомились. Хоть и между нами тысячи километров, но на самом деле мы чувствуем вот эту любовь, заботу, внимание, которое происходит с вашей стороны, со стороны твоей. И Юрия. Давай так, сегодня твой день рождения, чтобы Юра не обиделся. Юрчик, ну это так по-братски, не обижайся. Будет твой день, мы тебя тоже поздравим. С нашей девчонкой, к тому времени мы что-нибудь уже обучимся сделать, показать вам. Людочка, с днем рождения. Я пожелаю вам творческих успехов. Я пожелаю вам творческого вдохновения. Я пожелаю тебе, чтобы то, что ты делаешь, оно не просто делалось, а чтобы оно приносило радость, счастье людям, которые бы стремились бы увидеть и оценить достойно ваш труд, который вы ведете. Я понимаю, насколько это трудно, насколько это серьезно. Это для зрителя пришел, посидел, сколько там идет представление, 40 минут, час, полтора часа, похлопал в ладоши, там в антракте вышел, там что-нибудь перекусил, выпил и зашел опять. А сколько это труда, сколько это вложенной любви вот в этих чудесных созданиях. И я понимал, что человек, у которого черствая душа или сердце, он точно не сможет это сделать, не сможет порадовать людей. Поэтому мы знаем о твоем сердце, мы знаем о тебе, вот, ну,
как говорится, слов нет, одни эмоции. Самое главное, будьте здоровы. Мы пожелаем тебе, еще раз я повторюсь, исполнения всех тех целей, задач, которые вы поставили перед собой, к которым ты стремишься, чтобы они достигались очень легко, чтобы они достигались просто на ура. Я откровенно скажу, я переполнен эмоциями, потому что, еще раз я говорю, тысячи километров нас разделяют, но мы чувствуем тебя здесь. И я надеюсь, что просто вот так вот сложится как-то ситуация, что мы однажды обязательно встретимся друг с другом, что мы обязательно пересечемся. Сядем, попьем чай, кофе, там, я не знаю, может, еще что-нибудь интересное. Я знаю, как это трудно сделать, но я надеюсь, что это произойдет. Так, мальчики, девочки, а всем, кому интересно, почему это трудно сделать, и все, кто еще не знают Людмилу Грошеву и Юрия Грошева, забейте в интернете Людмила и Юрий Грошевы, и вы увидите больше, чем сейчас видите, конечно, и вы увидите прекрасное выступление, и вы увидите, почему у меня нет слов, одни эмоции, потому что ребята, они, знаете, как они вкладывают душу, сердце в то, что они делают, и поэтому они заслуженные лауреаты. Вот, Людочка, с днем рождения тебя. Ну, я думаю, сегодня и мама Марина там уже поздравила, и от нас еще куча поздравлений придет. Вот, не знаю, может быть, хотела ее больше видеть, и видишь, ну, она вот как-то так. Вот, мы же репетировали, она просто показывает, чему мы научились. Мы научились прятаться, вот. И еще самое главное забыл сказать, мальчики, девочки, кто такая Людмила Грошева? Да это мама нашей тети вот этих девчонок, тети Настеньку, которую зовут. И кто не видел еще Настеньку, обязательно заходите к ним на страничку, и вы увидите, кто такая Настенька. А пока мы пошли, пока-пока. Пока-пока, я сказал. А? Что вы там нашли? Позе будет, ты моя куколка. Не оставлю я тебя. Не оставлю, моя куколка. Не оставлю. А еще мы хотим сегодня поздравить. Хотим поздравить Александра. Александра, брата Натальи Афанасьевой. Александр, к сожалению, мы также с вами не знакомы, мы вас не видели, не знаем, но мы видим, чувствуем ту любовь, которую проявила ваша сестра по отношению к вам. Она пишет: «У моего любимого брата». А знаете, это что означает? Это означает, что она правда вас любит. Она проявила заботу, она проявила уважение и она проявила любовь. А это стоит дорогого. Потому что есть много семей, есть много людей, которые не хотят даже знать друг друга, братья и сестры. А ваша сестричка, она взяла и написала: поздравьте, пожалуйста. Не знаю, будет ли вам приятно. Будет ли вам приятно смотреть на диван, хотел сказать, как эта рожица тут же вылезла и закричала. Вот. Александр, с днем рождения вас, пожелаем вам счастья, здоровья, любви. А как вас еще выманить? Как вас выманить? Скажи, пожалуйста, скажите, что вы там нашли. Пожелаем счастья, здоровья, любви. Пожелаем вам исполнения всех ваших поставленных целей и задач. И самое главное, берегите эти взаимоотношения, берегите сестру, любите ее. Потому что это самое ценное, что братская, как ее называют, любовь, братская, сестренская, да, любовь это самые, для моего понимания, это самые ценные отношения, которых ты никогда не сможешь изменить, ты не сможешь выбрать, ты не сможешь что-то сделать. Они или есть, или их просто нет. Будьте счастливы. Счастья, здоровья, любви вам. Что еще сегодня у нас, мальчики, девочки? Все, кто родился сегодня, 3 сентября, мы поздравляем в этой рубрике поздравления от Ники, которая вот сейчас запрыгнула, от Луны, которая уже спрыгнула. Мы поздравляем вас всех с днем рождения, пожелаем вам счастья, здоровья, да-да-да, именно любви и богатства, чтобы у вас было прекраснейшее настроение, чтобы у вас не только сегодня, и каждый день, чтобы у вас все получалось, и чтобы у вас не было никаких проблем по жизни вообще никаких.
У кого именины, также мы поздравляем вас с вашими именинами, с праздником вашего имени. Ну и о событиях, которые в сегодняшнем дне происходят. Наверное, многие ждут, да, что я сейчас это сделаю. Но я не сделал. Я вам скажу, что сегодня день открытия новых дверей. Мальчики, девочки, не бойтесь, не стесняйтесь. Идите с гордо поднятой головой, с наполненной грудью, новыми приключениями. Стучите, открывайте эти новые двери для себя. Не обязательно пусть они будут материального характера, да, но если кто-то в чем-то сомневается и встал перед какой-то дилеммой и думает, делать это или не делать, открывайте эти двери, и у вас получится то, что вы хотите, то, что вы задумали. У вас будет просто все на ура идти. Если вы начнете сегодня, не бойтесь ничего. Почему так говорю? Потому что люди бывают, хотят сделать какой-то выбор, но они боятся. Боятся подойти к этой черте, постучать в эту дверь, открыть ее и зайти в то пространство, где они будут счастливы, радостны и веселы. Поэтому вот благодаря такому событию день открытия новых дверей. Воспользуйтесь этим днем и сделайте это. А еще сегодня день винограда. Сегодня также еще день кормления голубей. И как-то в прошлом году я даже сказал, что сегодня день рождения бюстгальтера. Это для девчонок. А историю, как он произошел, что случилось. Все. Она говорит, больше этого не повторяй. Мы, говорит, и так себя чувствуем, говорит, пока маленькими, о таких вещах говорить. А кому интересно, откройте годичную запись прошлого года и послушайте, что там нес папа Валера. Вот, в общем, перевел то, что она сказала. Ну и да, сегодня 3 сентября, Шуфутинов день. Дождались? И очень прекрасная песня. Если кто-то думает, что она слишком грустная, то почитайте историю этой песни, я думаю, вы поймете, о чем-то поется. Это день возвращение этого человека на родину. Ну, как-то приурочено к этому. В общем, вот такие интересные события. Мы вам пожелаем всем, на этом мы скажем вам всем пока-пока. Мы пожелаем вам всем хорошего настроения. Это видео снимается сейчас, рано утром, потому что нам надо бежать по делам. И чтобы, не знаем, когда вернемся, ну, получилось не так, как я хотел немножечко, но надеюсь, что наши девчонки вам поднимут настроение сегодня. Да, девчонки? Я сказал, поднимут настроение, они спустят луну. Ники, вот ты ее задираешь, она тебе сейчас навешает. Хоть она чуть меньше тебя, но она сможет это сделать. Кто знал, что вот эта девчонка маленькая, которую мы решили когда-то вам показать, ну сейчас она уже чуть побольше стала. Ну да, там что, порвет кушетку, там дверь, еще что-то, это понятно, да, это не. Но кто знал, что вот эта маленькая девочка, которая тогда была как чекушка весом, сможет объединить столько людей, сможет принести столько радости и сможет познакомить с такими прекрасными людьми, со всеми вами, мальчики, девочки, со всеми. Я это говорю искренне от души. Кто мог этого знать, об этом знать? И вот в пример этого, пусть вам будет день открытия новых дверей, пусть это будет для вас примером. По той причине, что когда-то мы просто взяли, решились открыть эту дверь, а сегодня в лице вас мы имеем огромнейшую семью, которая живет по всему нашему вот этому земному шарику, как его называют. А еще впереди сколько у нас всего прекрасного. Сколько впереди у нас еще радостных моментов в жизни. Всем прекраснейшего настроения, мы побежали. Всем пока-пока. Пока-пока, девчонки. По местам, быстро по местам. Где ключ? Сейчас ключ найду. Давайте, мне еще это видео надо будет, да, выложить успеть. Да. Давайте по местам. Тынка. Пошли. Да, нет, ты сама не пойдешь сейчас, там Бирка ходит, ты с ней с утра поругалась. Всем большой привет и всем пока-пока. Давай, Ники. Вот. Все, всем пока-пока и всем хорошего настроения.